Здорово! Вот бывают такие ситуации, когда приходится выбирать из двух одинаково дерьмовых вариантов. И единственное, что остается в таких ситуациях, это выбрать оба варианта. Что, собственно, и сделал герой из вот этого видео. Станислав Владиславович, алкотестер будете продувать? Прибор алкотектор будете продувать? Нет. Хорошо, тогда я вам предлагаю пройти медицинское свидетельствование на состояние опьянения в городе Калининград на улице Барнаульской в медицинском учреждении. Согласен. То есть медицинское свидетельствование будете проходить в больничке? Ну, едем на Барнаульскую? Нет. Не поедете? То есть отказываетесь? Согласен. Так вы согласны или отказываетесь? Согласен, отказываюсь. Отказываетесь или согласны? Вы скажите. Отказываюсь, я не знаю, отказываюсь. Отказываетесь? Отказываюсь, согласен. Ну вы скажите уже точно, отказываетесь или согласны? Отказываюсь. Как уверенно Станислав Владиславович начинал. После первого предложения собрал всю свою волю в кулак и решительно заявил. Нет. И я, честно сказать, даже ему поверил, что он чист, как лист бумаги. Но присмотревшись, я понял, что никакого медосвидетельствования не нужно, ведь он под наркотиками. Пойми наркотиками. Хотя, может, и не под наркотиками. Сука, и все-таки как же я прогораю с его неопределенности. В Стасоне, походу, две личности борются, и одна не хочет уступать другой. И если это действительно так, то у него явно налицо психичное порушение. И у меня тоже психичное порушение. Мне голова болит. Слушайте, а может тут проблема не в том, что он пытается мента запутать, чтобы с продувки соскочить. Что если он по жизни весь такой неопределенный, и у него похожие ситуации даже с корешами происходят? Слышь, может, рванем куда-нибудь там, в Турцию, например? Нет. Давай в Таиланд. Согласен. Заодно еще в бордель там залетим. Согласен. Правда, говорят, может девка с членом попасться. Отказываюсь. Хотя там многие себе операцию делают, так что там вообще хуй отличишь от пизды. Согласен. И, кстати, ходят слухи, что Станислав Владиславович до сих пор не может определиться. Так что давайте соберемся все вместе и дружно на счет три поможем ему. Вы готовы? Раз, два, три! Масло ебли! Знаете, даже если у вас обыкновенно...